вообще охотник. Каждое там лето нам нон-стоп на косу и так далее. Ну, я помню, я тоже с батей на охоту ездил. Когда мелкий был. Да сейчас еще охота такая, она такая дорогая стала, по сути. Это вообще там жесть. Цены бешеные вообще. Сколько там лицензия стоит? Не, там не лицензия, там звери стоят. Зверь стоит очень дорого. Но я так понимаю, там типа лицензия на отстрел там определенного животного. Ну да, да. Так вот там, я не знаю, я помню, что 10 лет назад медведь стоил 40 тысяч. Сейчас раза в три больше, я думаю. Наверное. Но это в нашем, по крайней мере, московском регионе. Наши миллиард ограничений, там какие-то самок нельзя убивать, только солнце. Где-то там еще какая-нибудь. Как ты это, блядь, должен понять с расстояния? Хотя я бы медведя бы и не стал бы убивать. Кабаны дешевые, они там по 5 тысяч раньше стоили. Сейчас сомневаюсь, что такое, что они по 5 тысяч стоят. Ну сейчас, наверное, больше, да. Но это давно, это лет 10 назад я с друзьями ездил. Кабаны это, блядь, страшное животное, промахнешься каких-то. Ну они вкусные, зато, да. Хотя бы съесть можно, да. Не, знаешь, что если медведя ты А медведя жалко, я бы не стал бы. Должен еще на обследование отдать, то что там какие-то. Правильно говоришь, да, там. Там червяки, трихинеллы могут быть. Спасибо, Кость, за пояснение. Не, а серьезно, можно сдохнуть вообще потом от этого, да, если. Трихинал наешься. Это понимаю, любого животного нельзя просто так съесть. Попробуй, косулю можешь есть спокойно. Ну, как понимаю, у тех, у которых много жира, вроде как нельзя есть без обследования. Ну или которые все подряд едят, съедные типа. Ну, падальщиков ты тоже же есть не будешь. Хищников, хищников нельзя, потому что они. Ну вот медведь, падальщик, смотри, он падаль, наверное, тоже есть. Тут, по-моему, все, что горит, для тебя есть. Да не, мне кажется, он не ест падаль. А почему кость хищников не тянет? А просто потому, что они больных животных едят других. А. То есть от травы-то ты не заразишься, а условно, если это корова какая-то там. Ну, хотя там тоже есть и другие варианты заражения. Ну, тем не менее, да, вот хищники особенно опасные. Они в себе накапливают все это. Давайте летичек. 3, 2, 1. Блять, цветок вот этот вот слева напрягает меня. А, думаешь, забагуется? Нажал. Давайте бафну. Даунтаун. Бока сломали этих хуй. Бока забрал. А ты?
прошло все так. Осторожен, Джет. Быка сломали. А ты? Нажми кто-нибудь. Я уже нажал. Стон меня видит. Лужа, лужа, аккуратно. Я дал масуку. Бык появился, осторожно. Сейчас только клево. А, сейчас смотрите, он может повернуться. И быка забрал. Да надо. Сломали. Яды пришли. Ёбаный бык, блять. Надо забегать внутрь. Нажал цветок. Пока забрал. Дорожный кость сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. Я его, кстати, тоже не видел. Expensive those materials are. We do have a fiduciary duty to consider. А что, Сань, случилось? То, что Костя... Нет, Костя умер тогда. А я стоял за боссом, а почему-то Клифф на меня продамажил все равно. Я выскочил. Сам не понял. То ли он как-то не отрисовался, что ли. О, опять же ездит. Как у Сани тоже Сань, встречай. Минут через пять. Это он уже до тебя доехал, Леш. А, понял. Значит, даже до Рома сейчас доехать. Я далеко живу от таких дорог. До меня, может быть, доедет? Как? Как же они ебашат. Готов? Нажимаем. Чё, новый день, новый предыдущий? Да не, не надо, Леш. Саня?
А, Даша. Появился. Пока заходит. Какие грабли уже? Здесь нормально. Я один одного липера не вижу. Он, наверное, если не появится, появился. На Дашу. Без грабель? Нет, хорошо. Флешка 5 секунд. Саня? Флешка 5 секунд. На тебе, Ром. Угу. Дроид. Флешку обновлю. Флешка 5. А, Лёха. Listen carefully. Find a backup generator control terminal. Set it to secondary power load test. Along the opposite wall, you'll see a series of 5 breaker boxes. Open the 4th box. Now, cut the 3rd wire. Stop. Interesting. The right. The other surprises next.
Запнули, потому что. Team, head to the lake enclosure and make for the breach in the walkway. Нажимаю. Да, пожирнили. Еле пролез Бенис на коробку. Надо вам эту физическую переподготовку пройти, майор. Пора разжаловать. Кабинете засиделись. Надо кого-нибудь тянуть. Да, yes. Да, меня. Да. Excellent. We're in the clear.
Блин, зашел. Беру флешки. Сказал снаружи? Да вылез. Нет, вроде бы. Ад просто зашел один. А, крабики красные. Да иди ты, мой потик Джава. А ты выделишь, можешь вызывать. Даш, скажи по флешке на опять же чем таймер. Ну, не знаю, не знаю. Нормально. Убил и убежал. Флешки нужны. У тебя есть, Даш? Кидаю, кидаю. Кидай. Скажи. Да-да. 5 секунд. Обновляем. Санитар. 5 секунд. Пусть я возьму твера. Я в бабл остался, но... Блядь. Не долго, конечно, получилось, но ладно. Скажи, как... 5 секунд. Обновляем. Забрать? Да, давай, Кость. Забрал. Да, блядь, я тебе уже не нужно. Да, блядь, интересно. На одном работают персонажи, на другом нет. 5 секунд. Этого возьму, дал талант. Дома слуху. Обновляй, Даш. Ты взорвал, Сань? Нажимаю, нет, не взорвал. Блять, там еще один идет. Должны вернуться. Да, спуститесь на лестницу. Че, мы можем нижних ебашиться? Да, да. Давайте их заебашим еще.
means it's over, right? Alert! A mandatory evacuation order has been issued for the holding camps. Please flee the area at your earliest convenience. Alert! The Evolutionary Warfare Laboratory is experiencing a security irregularity involving confidential personnel, master files, and confidential material У Андрюхи нет, никто не срывает. Мама, я за Андрюху. Ага. Не стесняюсь спросить, каким местом ты за Андрюху? Каким надо? Ты сказал, что за него. У нас что, хороший труп, что ли? Ну, один был неплохой. Ну что, мёртвый труп. То есть, Ром, ты предполагаешь, что трупы могут быть живыми, да? Да. Тогда бы фильм про них не снимали. Как показывают в фильмах, живые трупы — это не очень хорошо. Людей начинают есть там... Я считаю, что это дискриминация. Трупов или живых? Трупов, трупов. Я свои забрался. That's Dr. Dillard's ID. That should allow you to clear the gas and enter the interior lab. Ваня, хиль как не в себе. Я похилил. Как мог. Ай. Ну, блин, пришлось поражаться. Напомните, какой тут каст кик? Твой только синий. Не, Inspirational, я помню, но каждый раз, как он кастует? Да, только его. Другие хорошо. Касты вообще не обращали. Как утилитки провести? Или это на следующем боссе? Надо говорить, я забыл. Вообще лучше на каждом проверять, конечно. Готов. 3, 2, 1. Чисто. Редис. Там приморозит кость. Левую разбил. Понял. Еще.
не хильте меня. Ой, я, наверное, что-то, блядь, криво встал. Ты чё? Может, и хилить. Можешь больше не прерывать, Экс. Почистил. Вызывай. Не хильте. Чистил. Сейчас подгнет куда-нибудь. На редис прыгать. Сейчас прыгнем. Еще. Заводи. Но не переводи еще. Переводи. Блять. Найс. Не хильте пока. Пишу. Хорошо, чисть. Нет, ты чистил, нет. Этот почистил. Да. В смысле, блядь? В смысле? Короче, Греус начал это ПКД херню давать. Понятно. Так. Это чего так? Возможно, когда он делал телеграф, я из вида его ушел. Из поля зрения. Может, поэтому. А так это и свято. Да, ты не отвечал ему взаимностью, он обиделся. Не обращал на него внимания. Он уже был даже, по-моему, в 6-м патче такой был. Да, был у нас такой, и не раз. А, ну это по типу, если как убегаешь от него, он тебя притягивает, да? А здесь он постоянно... спамит, не, да? Это именно баг. Он не должен спамить. А, это как бы не предусмотрено. Так не должно быть, да? Ну, он один телеграф дает и все. После этого он обычно делает конус и бежит за тобой. Я сейчас секунд 10 фильма нету. Можно. 3, 2, 1. Сейчас Регис. Чищу. Чищу. Так, не хильте. Сейчас Регис.
знаешь, что вызывай? Похеру. Успею. Сейчас добегу. Вызываю. Следующий. Но нам надо долго подождать штуку. Да, понял, не выгорел бы, главное. Нихерита. Заводи. Это сейчас телеграм. Блять, только не догори. Блять, он, по-моему, сгорел раньше. Еще. Вызвали ром. Так, крони уже 20, аккуратней. Тише. Если фаз 20. Добиваю. Можно переводить. На Саню повесил. Не делай так больше, пожалуйста. Костя, делай шаг. В принципе, кровать уже. Пошел, падай в умер. Эти, сука, застрял. Смотри, Костя, осторожно. Дай поставим, чек они пройдет, потом перетяни, перетягивай. Ага. После этого дыбом будешь кустовать. Голтаун, он на мне. Забрал.
впереди. Лестница Далтаун. Землю доступ. Ну, заебись. Странно, у него уже 1%, а вот все. И меня он убил, блять. Вставай только. Так, стакаемся. Да. А как же лут, Лёш, эти фрагменты? У тебя еще ящики с табура есть, и 6-го патча. Вот это, мануешь. Не бегите пока все. Хорошо, он когда вышел. Ты чё, Саня, вокруг бегаешь? Нормально? Бенис разминает, да? Бенис есть, сися есть. Что еще надо для счастья? Короче, я пулю в пиццах. Кидаю. Пять секунд. Интересно у всех, конечно. Ну, один раз сам плюс умереть, лучше снизу, чем сверху. Каждому свой ритуал, Ваня. Что ты на это начинаешь? Ладно, ладно. Какой же мне ритуал придумать, чтобы дисконнекта не было? Переехать из Барнаула, например. Блять. Обычно для интернета используют бубен шаманский. Прямо не получилось? Ну, не то чтобы не получилось, но типа того, да. Это план Б. Вот план Б, да. А план С будет, когда они... Пэта, всем пэтов вызывать срочно. Ну, потяжело уже это на месте. Смотрите, вот у меня есть. Красную коробку вызывает. Ну, красный только пересвет дает. Слушай, а чё это за фигня? Почему ему красный дали? Ну вот.
Саня там внутри или нет? Не видит, ну. Он же почти здесь. Крадется. И выгнались? Да. Да. Ну, сейчас план С. Там нет ни одной мины, так что похуже. За счета? Ну, ладно. Да. По-моему. Пиздец. Что, страшно? Заслужено? Ой, я этого не говорил, да, ты сказал? Я спросил. Блять, у меня вот пинг стал красным, мне так страшно стало. Но нормально. Он потом стал нормальным. Нам обязательно вот этих вот дурачков убивать? Да, да. Иначе их не заработают. А я тут здесь при чём? Ты джиггернаут, Лёш. Ладно, ладно, я вместо двух. Да, да, да. Это туда въебало там кровь. У тебя хуёво получается, Леш. Наоборот. Всё по завету мудры. Давайте ли торговать? Ты бы умер бы на месте Андрюхи. Ну я прожался. Андрюха не успевает это делать, я успеваю. Идите вам все басру. Спасибо. Это слабо обосрал. А есть разница? Причем мы как долбоебы все с пэтами, блять. Это не пэт. Хуйня летает. Да сейчас закончится. Майор, вы готовы? Да, 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 готовы тут. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте клейп будем. На роме. Граната. Да, вот он босс. Я козырь повернул по делу. Хорошо. Блять, или того там он дал, ёба народ. Ладно. Просто мне по-моему будет. Нет, на мне, на мне. Кто-нибудь подняйте. Бычка. Блять, у меня бабла не будет. Забрал. Ну на садов дохуя. Костя, толстанись. Ушел. Ебать. Укол надо, нормально. Буду с Ромой постоять. Давай. И аккуратно. Постояли, блядь. На мне. Блядь, Саня!
О, господи, не стреляй, я не могу его сделать. Да я его почти не отставил. Я бью медленно. Бей его медленно, Роман. Как ты на сорку можешь прыгать? Понял? Интерсидом. Не, не слабо. Редис? Ой, блядь. Пробивать на мне, отойдите от озера. Соседи. Поймал. Поеду по лошадку. Пауэршот. Готовьте появиться. Квайт будет переместиться. Верьте в это. Переместился. Ух, ё! Давай же! Нормально. Я резу. Сань, ты где? Куда поворачиваешь? К озеру. Забрал. Сися. Он назвал Сисю Сисей? 38. Появится. На регисе уходи отсюда. Блять. Давай, Саша. Да. Там вот вместо птицы в яйцо дал, которое разбилось. Нет, нормально, так же делал. Забить пробили. Окей, спасибо. You need to kill that thing immediately. А, ну ладно, я не буду говорить, что было. Что было? Говори. Ну я опять тактику забыл про меня. А я из группы не ливнул, кикните там. Или она ливнет. Ты вышел, Саня? Тебя больше нет, Саня. Блядь. Сани больше нет. Нет больше Сани. Где патч? Так ты зашел? Ешь? Так ты, блядь, говори, что ты зашел. Ты смотри, блядь. Трейл или кто, нахуй? Я во фреймы смотрел. Я только группу собираю, блядь. Ну так ты даже, сука, группу собрать не можешь. Блядь. Ну это... Это... Ладно. Забудем об этом. Проверьте утилитки. Или, наверное, только один я и меняю утилитки. Я меняю. Воду. Я на каждом плосе меняю утилитки. Уже даже тактика меняет. Я только тактикал в основном. А то, Бен, как всегда, забудешь. Я уже на ласта выставляю. А я кое-что, да, вот это сделал, по сути, под каждый босс, где надо меняться. Да ладно, серьезно?
Да, у меня есть туда вот под обычного, под хантмастера и под апекса. А, кстати, интересная мысль, да. Я что-то про лоудауды вообще и позабыл. Удобно. Лоудаут тоже можно забыть поменять. Это да. Можно и на рейд забыть прийти. Да, краб не флексит, я считаю, что это победа. Над крабом, да? Че, Лёш, деньги ставить не будешь? А то надо зарабатывать деньги. Мне деньги нет. Устроился, что я в прошлый раз не поставил. Нет, не буду ставить. Что надо как-то свою казну пополнять. Я нормально пополнился, мне пока хватает. Так, Лёш, это... Ирчи? Не Ирчи? Как это называется, блядь? Дефрол? Нет, как... Ну, в футболах обычно ставки делают на 10 каких-то событий. 3, 2, 1. 1 экспоэт. Ну, а их как называют именно вот это вот? Экспресс или как он там называется? Ради экспресс называется хуйня. Я делаю 10 ставок, добавлю. На экспресс это когда несколько ставок делаешь. Ну да. И все должны сыграть. Не знаю, ни разу в реальной жизни ничего не ставил, так что ничего не могу сказать. А не хочешь попробовать? Нет. Чё, дурак что ли? Если надо идти хоть туда, чтобы проиграть. А ты ходи туда, чтобы выигрывать. Ставки-то такая лудоманья, ну нахер. Один раз свяжешься, потом не отвяжешься. Я точно, да, я знал парочку таких людей. Даунтаун боссом. Туда облучит от меня по футболу, я пробовал ставить. Как? Ну, тебя не получилось, конечно. Поставить или выиграть? Выиграть. Я, друзья, на попану больше ставил Алиэкспресса. Нагрузка и давай ставить. Будет три желтой карточки, забьют головой второй мяч. Ракета 5. Я бы твою мать по боссу не попал. Ракета 3. Спредом? Только на дроидов? Нет, я не забрал. В принципе, до фильма не попал. Ракета 4. Реги, сможешь идти? Что за хуйня он опять играет? Твои кумиры? Что твой плейлист? Это не мой плейлист, понимаешь? Это мои рекомендации. Это что и рекомендации? Ракета 5. Тоже забавная херня, типа, поставил. Когда сафон, YouTube Music слушаю, рекомендации одни, когда с компа, рекомендации другие. Как это работает? Ракета 5.
пошел. Every Apex Vanguard is equipped with our signature Apex Voltinator. This latest model charges in record time and deploys a defensive blinding mist, making it virtually impossible for attackers to interfere. Get the patch. Даже три. Ракеты 5. Можешь кость мыть. Ушел. Ракеты 5. Ракета 5. Сейчас ракета. Ракеты 5. Несёшь, как? Несу, да. Угу. Надо будет Сань немного подержать. Собрал. Ракеты 5. Ну, Ваня, сейчас буду мать. Ушел. Ракеты 5. Настрой доспроднул. Блядь. Ну это моя, да, ракета. Парочку возьму. Я все, все, все. Тогда еще парочку возьму. Блядь, все рядышком постоит, вместе. Я ушел, идите сами. Ракеты 5. Вот андроида вы. Ладно. Сам возьму. Мою. Дал таун просто мне. А предвейшн можно? Кость, можешь вот это вот забрать, которое далеко? Лужа мешает посередине. А, забрать? Да. Ну я сейчас скину и тогда заберу. А то иначе они пропадут просто. Ракета в любой момент.
Ракеты? Ебать, я испугался. Вань, кидай сейчас наперед. Кидаю. Я побежал. Ракеты 5. Готов тебя дирижу. Скажу за флешки. Ракеты 5. Несу. А, ультраваленс. Я прожился. После него заберу. Да, Кость, как заберешь, прожмись. Держим. Я пока держу много стаков. Блять, аккуратно. А, Саня, Саня. А, аккуратно. Нет, забирай, понимаю. Кость, забирай, Кость, забирай. Забрал. Стаков на нем дохуя до сих пор. Сейчас сделать взрыв будет. Ракеты в любой момент. Все волтенатора ракеты. Покажи, Сань, как забирать будешь. Ракеты аккуратней. Вань, понимаю, сейчас с HD пьет. Кость, этот контейжен я чищу с тебя. Да-да-да. До войны ракеты типа будут через 5 секунд. Ракеты 2. Почистил, Кость. Вернулся с... меня. Там дроидов надо потихоньку, наверное. Я спрадал на эту суку. Я пакеты 5. Там Костя умирает. Алёх, меня чистить не надо. Хорошо, хорошо. Я сам. Я ушел за флешку. Ракеты 5. Ром, трое ты на тебе, да? Да, эти пока да. Ультраваленс. Прожался. Следующих желательно забирать уже. Я вытащу. Мне, наверное, надо, Сань, готовься забирать с Кости. Старгет. Сейчас, привет. Вот эти хилы тоже забери, пожалуйста. Я пока хилю Костю, плохо. Что, сейчас надо переводить? Эту батарейку надо будет мне забрать, да? Да, это вот. Забивайте. Кость, есть что у тебя? А, есть, тимай. Вытаскивай. Забираю. Дичь. Все, я с тимой прожил нормально. Если скидаешь, на кухню. А, вот это вот дроид, блин. Я пытался. Да, Кость, 3 секунды забирай, да. Неужели мы сделали? Тихо. 60 тысяч. Ну что, я считаю, что Дрюху надо... Бали. Офигенно. Здравствуйте. Да, блядь. Сука, почти полтора месяца сидели, блядь. Да, вот это да. Ну чё, Андрюхе, привет.
Отлично. Андрюха, привет, если ты смотришь. Желаем тебе удачи с бургами, как-нибудь пройти таймер. Супер, вообще класс. Тяжело. Я слышал, в ДГ недавно там тоже одна группа сделала таймер. Ну мы чё, только на этих вайпнулись. На Трандашан. Телеграм. Ну, типа, вот реально, мы должны были вот так вот 3 недели назад закрыть, блядь. Но... Офигенно, да. Собираемся. Я не знаю, я курить. А там уже решайте, что делаем. Можем попробовать, кстати, какие-нибудь полы помыть или еще что-нибудь поделать. Или хотя